Доброго времени суток, уважаемые подписчики и дорогие гости канала Квант. В очередной раз забыл нажать кнопку, сделать запись. С вами я, мистер Саныч, забыл представиться. Снова, да, золотой голос клана Квант, его бессменный комментатор реплеев. Да я просто вообще хороший человек. Не знаю тут что сказать, тут, по-моему, будет победа. Так бы я реплей сохранять не стала. Интересным кажется то, что клан Квант, кстати, у нас полная сборная. Весь отряд это мы, это вот легендарный кошмар. Руми, князь Сергий, Макс, Вегера и мистер Саныч. Мистер Саныч играет на Хайде, на своей любимой. Канадский эсминец, смотрите, какой я красивый. Ну, в смысле, лодка какая. У меня красивая, иду брать точку. Пытаюсь, по крайней мере. Мне бы скоростеночки бы еще побольше, вообще бы, блядь, цены бы мне не было. Да, тут гнезик уже. Ой-о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 й
еще тут съебываемся? Говоря простым, понятным языком. А скорее всего здесь эсминец. О, да, еще и эсминец здесь, пиздец какой. А пиздука это противное. Тут особо комментировать нечего, насколько я помню, это будет блистательная победа клана Клант. Вообще-то сегодня мы отыграли порядка 18 боев, катались постоянно в блицы, ну, по крайней мере, весело. Не могу сказать, что это как бы интересно, все-таки 7-й левел. Не есть вершина. А, сейчас на меня вывалится эсминец. Во, сейчас на прекрасную лодку Хайда. Вот какой я красивенький. G63, прям красавчик. Охерительный. Сейчас тут из-за острова вон та Акацука на меня вылезет. Я ее изничтожу. Просто изничтожу. Даже не знаю, как это будет выглядеть страшно. Но я ее изничтожу. Я такой изничтожитель. Вот херово, что у меня дымочки заканчиваются. Вот это прям херово-херово. Установка дымочки завершена. Вот она. Акидзука. Ставится. Ой, как хорошо дырочки. Мы сейчас ей пробьем. Ой, как хорошо. Ой-ой-ой, дырки-то прям такие, блядь. Куда-то сбросила, красавица, не чужой, не поздно. Двигатель в форсированном режиме. Все вышибли, все, что можно было вышибить, все вышибли. Блин, да что за люди такие вообще, капец просто.
Так, ладно, забрал Акидзуку. Уже хорошо по сегодняшним временам. Да, это прекрасный победный бой. Он Такаши завалил Нуэо де Вильо. Нуэо де Джулио. Извиняюсь, ребята, кто оглох от моего кашля. Болею, продолжаю болеть. Но это как бы мелочи быстротекущей жизни. Ничего не сделаешь для клана. Да, кстати, у нас событие. Наш один из отцов-основателей клана Вельтьягер в миру Вован удостоен нового звания. У него было воинское звание, а вот за великое дело, которое можно там смеяться, можно не преувеличивать, но он сгенерировал людей у кланового канала. Да, попадание 9000, неплохо. Он генерировал идею кланового канала, вообще саму идею пойти кланам с нашими боями. Ну, почему-то все говорили, что это не зайдет, скилл у ребят очень как бы у нас не великий, и делать этого не стоит. Были такие люди, которые об этом говорили и почему-то считали, что это правильно. Но Вельтьягер настоял, и мы сделали клановый канал. Сделали клановый канал, и, вы знаете, это привело прям к серьезному прорыву. Стали подтягиваться хорошие ребята, прям с отличным скиллом. Самое главное, что мне больше всего нравится, стали приходить ребята мотивированные, которым игра нравится, которые хотят играть. Особенно ребята, которые любят играть с Дискордом, потому что без Дискорда нормальной игры не получается. Так вот, Вельтьягеру за это мы посоветовались, спросили, что тебе, Володя, надо, может там дублончиков подарить там или что-то еще, не знаю. Говорит, да дайте мне замкомандующего, да и все. Скромный парень, хороший человек. Кстати, живет под Питером в прекрасном месте. На берегу Финского залива. Прям, ну, вот сам рыбак. Кстати, сам рыбак. В прекрасном месте. Прям. Вот он вышел на крыльцо, и вот тебе Финский залив. Ну что может быть лучше? Прекрасное место. Замечательное такое. Ну, вообще, питерцы, ребята, все хорошие. Кто у нас в клане, все ребята хорошие. За остальных не могу сказать, а вот с кем общаемся, с кем играем. Замечательные ребята. Много ребят с Новосибирска, с Новосибирской области, со славного героического города Бердска. Есть замечательные люди с Белоруссии, Казахстана. То есть мы как бы такой, не побоюсь этого слова, международный клан. Международный, ребята, вдумайтесь, международный клан Кван. Что-то надо эту, прям как вот почувствуйте, на слуху, произнесите международный клан. Международный. Неплохо, неплохо звучит. Да, это ближнее зарубежье, но какое-никакое, но зарубежье же все равно. Главное, что люди там тоже хорошие. Много москвичей, тоже замечательные люди. В общем, вся Россия представлена в нашем клане. Все наши славные регионы прекрасные. Так вот и живем, так и играем. Вот точечку решил мистер Станы взять. Так, как бы, ну что, пусть будет точечка. Грех отказываться. Если есть возможность взять на таком красивом, знаете, как против солнца. Восход или закат, хер поймешь. Наверное, закат. Где-то на севере я, вот, на канадском эсминце. На севере, прям романтика, мать ее. Так вот, это... Ну так и живем и играем. Вот сделали ютубчик. Играем. Так вот. Оп, точечка, это хорошо. Три точечки у нас, это прекрасно. И получается вроде. Нельзя сказать, что как бы мы такие супер игроки, но вроде получается. Кстати, еще раз напоминаю, это есть в подписи к каждому видео. Кому интересно, друзья, обязательно присылайте реплей. Если считаете, что
я в своих оценках оказался заметно выше. Ну, то есть говорю, хорошо играем, а мы играем-то так, ну, в вашем понимании, дерьмовенько. Ну, пришлите реплей, пришлите, пришлите. Где вы там играете, не знаю. Ранги не надо. Лучше что-нибудь такое понятное. Блицы, КБ, рандом обязательно. Вот, как бы, вот у нас крепкая диаспора подводников. Крепкая, не побоюсь этого слова. Это вот Тинитун, замечательный игрок. Легендарный кошмар. Вообще красавчик. Спрут из города Беска, кстати, отлично играет. Подтягивается к ним Макс по уровню подготовки. Алекс Старикан. Многие еще пробуют. Не у всех получается. Я пробую, у меня ни хрена не получается. А вот ребята пробуют. Интересно, тянутся, тянутся. Вот за лидерами, за нашими подводниками. У кого игра складывается, кому интересно. Смотрят видео, смех смехом, смотрят видео, обучаются и понимают, что, ну, почему бы не освоить еще один тип лодки. Хорошо. Играешь на, там, неважно на чем, прости господи, линкорах, крейсерах или эсминцах, почему бы не освоить подводные лодки, вдруг зайдет. Вот так бывает. Допустим, на эсминцы не идут, хорошо получается на крейсерах, более-менее на линкорах. Блять, раз взял подводные лодки и пошло. А не дай бог авианосцы. Не дай бог авианосцы. Особенно если хорошие авианосцы. Там, допустим, Мальта, Максима. Что-то еще. Эх, не дошли там такие, мистер Саныч, ну ничего страшного. Так что вот еще один бой в Блицах. Клана Квант. Сейчас присовокупим их. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Всем добра. До новых встреч.